Хейо, гайз, с вами Шимки, и сегодня мы продолжаем проходить игруху под названием Спанч Боб и нападение роботов, или восстание роботов, типа того. Слишком большое там название, скажу вам так. Ага. Окей, мы продолжаем, мы в городе. Я немножко посмотрел на ракушку и посмотрел вот на мини-карту. Скорее всего, там проход до Посейдона, потому что там написано у нас... Sea Needle. Ну, скорее всего, да. Хотя, кто его знает. Так, нам нужно искать с вами... штурвалы. Да. Я не могу запрыгнуть на светильник. Могу запрыгнуть на деревянную часть светильника. Или не могу запрыгнуть на деревянную. Я могу сделать так. Так, хорошо. Там у нас закрыто. Я не знаю, как нам еще забираться наверх. Наверх. Так, сейчас. Нет, это смех Питера Гриффина. А не Спанч Боба. Вот, Спанч Боб. Так, ну как я понимаю, мне тут Сэнди нужна по-любому. Запрыгните на самый верх этих ступеней. Сэнди может планировать с крыши на крышу, если сделает двойной прыжок и затем держать пробел. Да. Вы правильно поняли, мне нужно Сэнди. Сэнди у нас нету, но у нас есть вариант только... туда. Хотя мы можем пойти обратно в город, и у нас в городе еще есть открытая локация. Ну, в финале аж, если вы поняли, о чем я. Или хотя, ладно, плевать, давайте сюда пойдем, посмотрим, куда мы дойдем. Но мы, внимание, в основном показали на... Ну, смотрите, у нас нету. Патрика мы нашли, когда мы с ним пообщались. Сейчас посмотрим, что мы сможем сделать. Морская игла. А нет, ребят, я думал это. Оказывается, нихера. Так, мистер Крабс. А вот и где Юнга. Кто-то сломал морскую иглу. Какой кошмар. Морская игла глубень всякая кружка. Да, так и есть. Но что важнее, прямо за окном идолы и блестяшки. Мистер Крабс, как вы можете в такое время думать о деньгах? Легко, я просто сосредоточен. Деньги. 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 А теперь послушай меня, мальчик. Ты знаешь, что я даю тебе золотые лопатки, если ты принесешь мне блестяшки. Но я хочу предложить тебе еще выгодную сделку. Если ты сможешь разбить все идолы в тики рядом с морской иглой, я дам тебе дополнительную золотую лопатку. Но зачем мне разбивать идолов, мистер Крабс? Потому что они над тобой смеялись и обзывали. Как обзывали? Ну, знаешь, Губка Боб... Жёбаные штаны. По-моему, это не очень обидно. Ну, нет. Но они назвали твою маму уродиной. Уродиной? Ну ладно, мистер Крабс. Им конец. По рукам. Мамки, шутки про мамки. Бикини Броттон. Потом.
Чекпоинт. Ага, это нам как раз зацепиться. Ого, отсюда... А, нихера. А ты попробуй еще попасть, я вам скажу. Не так уж это и просто. Ну, те упали, ладно. Мнать, это сложно, ребят. О, нет, да, нет. Так, мне надо вот вот так где-то. Отлично. Он все еще живой. Да ё-моё! Вы думаете, это легко? Это ни хера не легко. Во-первых, начнем с того, что ты не можешь нормально управлять камерой, ты не знаешь, куда ты падаешь. Наконец-то. Малась, аж голова закружилась. После такого. Монахи не метки. Эти черты очень метки, я вам скажу даже. Так, оказывается, еще здесь они находятся. Штурвальчики. Ну что, попрыгали. И ни одного не зацепил. Так, отлично. Ну, я почти достал его. Все, найс. Не понял, вот это что новенькое. Новые роботы, ребят. А видите, а мне сюда по-любому нужно было бы приходить. И ни одного не зацепило. Я походу мастер поэтому. О. Так, не задел. О, полностью уничтожил. Да не уворачивается, я что, виноват?
Я до них даже достать не могу. Сука! Найс. Ну все. Мое задание выполнено. Мистер Крэп. Молодец, Юнга. Держи золотую лапу, как я и обещал. Блин, ну сложно. Смех сложно поделать. Ха. Тут еще есть одна комната. Ну, поход... ну, мистер Скараб сказал, когда я защищу от всех. То есть я потратил сейчас 200, чтобы получить золотую лопатку. Я правильно понимаю? Fresh, like a spring breeze. Ау. Так, а теперь у меня все равно вопрос остается. I love opening presents. А куда мне идти? I feel like a new sponge. Не на все у меня есть ответы. Fresh, like a spring breeze. Так, ну в основном отметка была вот туда, мне как-то нужно попасть. Давайте, ладно, я попробую автобусную остановку. Да ладно, тогда мне нужно было хотя бы поговорить с этим. А тут сразу мне дают Венди. А, ну у нее атака очень близкая. Ладно, поздно. Someone better make good use of all these. Ну, послушай. Получай, а денег меньше. А вот это вот вещь неплохая. Носочки, носочки, носочки. Do I really have to carry Patrick's socks? Да, Венди, тебе обязательно нужно собирать носки Патрика. Так, роботов таких я цеплять не могу. Но я могу этих уничтожать так. Ясно. На нас, по сути, прыгает дальше всех, однако... У нее тоже есть нюансы, я вам скажу. Но хотя бы с помощью нее можно всюду забраться. И это просто здоровенный плюс. Чисто Венди на паркуре. Ну, на самом деле, здесь самовыгодно выбирать это Венди.
Сэнди может бросить лассо, она это была. Я просто удивился, что тут просто как кое-какая антенна странная. Я понял. Thanks. Thanks, man. И куда мне теперь бежать? С самого начала. I'm getting dizzy just watching. Ну, не самое начало, но все равно. А, то есть мне еще даже не обязательно полностью залазить туда. А-а-а. Это хорошо, что полностью мне залазить не надо. Так, ага. Банка. Я, знаете, чисто Человек-паук 2. Помните, я проходил? Чисто почти такая же. Такие же моменты. Так, еще один. Так, Сэнди, а теперь у меня к тебе вопрос. Как нам достать носочек? Все. Я знаю, как достать носочек, но я не знаю... О, ништяк. Ништяк. А вот и носочек. Так, теперь мне нужна коробочка. Так, я, может, даже и так долечу. Ах, черт, у нее есть ограничения, ребят. И это, ну, она далеко летает. Это очень здоровый плюс. Погнали на крыше. Что нам еще делать остается? Крыша, крыша, крыша. Спать хочу. Сейчас, ну, сейчас. Привет, Ларри, как жизнь? Сэнди, Сэнди, как я рад тебя видеть, мне нужна твоя помощь. В последнее время у меня ужасно показывает телевизор. Мне нужно, чтобы ты кто-нибудь поменял мою старую антенну вот на эту новую. Да, сэр, эта антенна сверкает ярче трехъядерного купюры. Но почему ты меня самое не заменить? Самому бы не заменить. То есть у них даже у всех разные реплики, понимаете? I'm not really much of a jumper. Так, прыгун из меня так себе. И что такое отношение к делу имеет прыжком? Старая антенна вон там наверху. Выше, чем стакан техасского чая со льдом. Роботы не дают пройти в то задание, а я умею сколько, как мы с Губка Бобом. И перепрыгивать через пропястье. Я имею только напрягать мышцы. Хочешь, покажу? Ага, здорово. И что ты собираешься делать со старой антенной? Стой! Она твоя, если сумеешь заменить ее на новую. Что ж, в самом древесном куполе сигналы вправду ловят так себе. Ладно, Ларри, по рукам. Патрик, Патрик. Я вижу твою одежду, Патрик, а почему тебе бюстгальтер? Или это... Вопросы пошли еще сильнее.
Так, напоминаем, Сэнди может преодолевать двойным прыжком и с помощью летающего лассо. Так. Бикини Ботом Мотор Чемпионс. А, ну то есть он стреляет в определенную точку, он даже... Не. Не. Легко. За Венди легко играть, просто цепляешь за робота, но она не может цеплять обычных роботов. Карл Кола. Думаю, я спешить не буду. Так, надо смотреть, что... Ух, нихера тут крыши. Крыши так крыши. Так, очередной какой-то проход там есть. Ну, кэш нам позволяет. Какой мост? Ага. Такой вот мост. Ага. Адиос. Адиос, амигос. Не, стой, я думаю... Подожди, Техас это Мексика? Или Техас это Америка? Кажется, Америка. Так, ну нам по-любому туда. Хорошо, мы лопаточку собрали. Теперь вопрос... Куда дальше? Ага, там Ларри. А, стоп. Ага. Секретная кнопочка. Кубка, погнали. А, в принципе, губка Бобом тут можно было сделать это все. Но так бы я не заметил. Короче, основной персонаж у нас, ребята, это Спанч Боб. А по-быстрому обратно никогда не вернуться. Хотя тут на самом деле не так уж долго. А зачем я... Мало тебе, глупый, там же коробка была. Ну ладно. Ничего страшного.
То есть Ну это ли чё? Так, туда я не смогу сейчас попасть. Но по-любому туда выше попаду. Тяжело. Нихера он дэнсит, нихера себе дэнсер. Мне интересно, где тут подвох? Пока что таких именно подвохов нету. Так, вижу платформы. Так, и где я видел? Ага, носок. Да. Что-то я запутался. Сэнди может использовать вниз по... Ясно. Чё-то я максимально запутался. Но мне главное штурвал не упустить. Сэнди, Сэнди, Сэнди. Еще одна отсылочка. Ну хотя кавабанка это всегда отсылка на низ черепашки. Так, если у нас как раз вот стрелочки есть, куда нам показывают. И? Сэнди может использовать вниз по склону, так же как губка Боб. Ну и как? А, вот как. Ясно. Лопатку-то я вижу, ребят. Но дело не в лопатке, дело в рычаге, которого тут нету. А можно проверить другим способом, есть ли тут или нету. Так, на крыше я все собрал, потому что золотая лопатка есть. А, ну подождите, здесь за счет лопатки. Не будем забывать. Так, ну по идее я ничего больше не упускал.
по идее. Вы готовы, дети? Приготовьтесь. Вперед! Легко. Ага, вижу. Так. Ну, Сэнди хорошо против таких врагов. Она даже, я бы сказал, идеально. Опа. Опа, раз. Опа, 20. Так, а теперь... Мне только Спанч Боб, да, здесь нужен? Ну, если посмотри, если поблизости есть смена, сменим. Только я антенну не поменял. Ладно. Плохо. Плохо, ребята. Ну ладно, погнали к миссис Пуф, Паф. Отдадим ей, что там ей нужно было, да и все. И, в принципе, я тогда к следующей серии. Разберусь с этим. Комары тупые. Со Спанч Бобом, где там нужно было что сделать. Кажется, я потерялся. Так, по идее, я правильно иду. Но надо же, Сэнди Чикс! Как делишки, мисс Пафф? Окей, вопрос остается открытым. Где мне сменить персонажа? Someone better make good use of all these. Потому что мне теперь нужно сменить персонажа, чтобы взять автомобиль. Все. Решение найдено. Губка Боб, ты меня просто изумляешь. Как тебе удалось их найти? Но там были роботы, я встретил Сэнди, а маяк... Ладно, ладно, зря я спросила. Держи вот золотую лопатку, которую я тебе обещала. Спасибо, мисс Пафф. Теперь я смогу вам в эвакуации. Но, Губка Боб, у тебя ведь нет прав. Правда нет? Да, правда нет. Если у меня их нет, то что это такое? Читательский билет. Ой...
Ну что, в принципе, я думаю, тогда давайте на этом с вами закончим. В следующей серии я вернусь обратно в основную нашу локацию. И до этого момента я как раз достану ту последнюю, ну, типа, Спанч Бобом, где вот это нужно было уничтожить. Ну, мне почему-то кажется, что при этом действии, скорее всего, тотем тот бы взорвался, да и все. Ну, ладно. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока!